Умственная и физическая активность. От школьного питания зависит многое. Важно правильно составлять полезное меню и четко ему следовать, уверен депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Парламентарий посетил Звенигородскую школу номер 2. После карантина сюда вернулись дети. Были удивлены, в столовой новые правила. Дети питаются по одному классу в столовой, распределены по времени. 10 минут у нас уходит на питание каждого класса. Старшие классы также у нас приходят отдельно пообедать, льготные категории, кто покупает питание, на переменах. Перемены тоже подведены специально, чтобы дети успевали покушать. Дмитрий Голубков напомнил сотрудникам образовательного учреждения, в котором обучается более 700 ребят, о значимости вакцинации против коронавируса. Чтобы мы могли, скажем так, оказывать такую резистентность этой инфекции, тем более, что педагоги, люди, которые находятся в постоянном общении, постоянно окружены другими людьми, конечно, защита педагогов является очень важным, так сказать, делом. Ставить точку в вопросе коронавируса еще рано, уверяет парламентарий. Важно соблюдать ограничительные меры и следить за порядком в образовательных учреждениях. И учителя, педагогический состав, обслуживающий персонал в школах не должны расслабляться в этом смысле, обеспечивать должный уровень дисциплины поведения школьников, разведения потоков и в столовых, и в рекреациях, и в общих зонах. В ходе рабочей поездки в Звенигород депутат также проинспектировал 4-ю школу. Результатом остался доволен. Разнообразные блюда в школьном меню, порядок в кабинетах, профилактические меры соблюдены. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».